Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я видел разных людей, я видел ну, разные переживания, связанные с любовью, в семье, в церкви, очень много событий. Я вспоминал всегда, когда мои дети маленькие были, ну я их всегда любил и сейчас люблю, я только домой приходил там, они вешались на шею, кидались на меня. Если у мужиков это есть, я рад за вас, когда дети вокруг тебя бегают, вокруг отца, не вокруг матери. Пацаны тем более. Когда они бегали, это радостно было. Ну, сейчас они выросли, разлетелись. Сейчас только к дому подъезжаю, там собака одна только на меня кидается. По звуку мотора знает, я приехал целует, лежит, ну вот так вот приходится жить. Поймите, ну это прекрасно, даже смотришь на эту собаку, думаешь, все равно любовь все чувствуют. Никогда не ошибешься. Поймите, милые мои дорогие, вот просто заглянуть в свое сердце. Заглянуть в свое сердце, что там есть. А никогда, никогда ты не сможешь любить ближнего, если в твоем сердце вина. Если в твоем сердце страхи, если в твоем сердце стыд, если в твоем сердце боли, обиды, ты не сможешь любить ближнего. У тебя будет эгоистичная любовь, которая будет все искажать. Ты будешь на этот мир смотреть иными глазами, иными глазами. Вот первое, возлюбить себя. Что делать? Я понимаю, что, ну, многие из вас приходят, да, это вот это э, наше сердце, которое должно стать источником любви, оно порой источником боли является. Что делать? Выбирать остаться с болью или побеждать? Это выбор твой и мой. Выбирать остаться, допустим, со стыдом или однажды победить. Выбирать чувство вины или победить. И, ну, как бы, это то, что многим надо пройти. Я понимаю, сложно. Вот эти ситуации различные, оскорбления, унижения, проклятия. Это полно-полно в мире. Но ты выбираешь. Ты выбираешь. Я видел, как верующие глазом не моргнут, соврут, что так не было. Ну все, и насмотрелся. Почему? Потому что не приняли себя, как сына или как дочь Божью. Мы порой защищаем себя, мы порой выгораживаем себя. Кому это надо? В принципе, я знаю, Бог, Он сердцеведец, Бог судья, Бог судья. Он все видит, он все знает, и я благодарен Господу, что он исцелитель, он врач, он поддержит, он подкрепит. Поэтому у меня как бы понятия другие. Я принял то, что Бог говорит. И вот это все Божья любовь, Десять заповедей, ну полюбите их. Там как раз на выходе книги продаются. Если вы хотите этой любви, да хоть узнайте, что это такое. Десять заповедей, все. Если я их не соблюдаю, я лжец. И Бог не будет изливать свою любовь в мое сердце. Зачем это надо? Он не будет изливать свое святое в мой нечистый сосуд. Но это начало. Потом возрастать в любви в всяком чувстве. Я понимаю, а сколько там боли, сколько ран. Но я читаю Слово Божие. Бог есть Слово. Я читаю, что Бог не обвиняет избранных своих. Милые мои дорогие, я понимаю, что в этой жизни вы могли много чего натворить. И я по этому пути, Натворить очень много. И потом эта вина, она гложит. И вина, она просто придавливает. Вина это убивает. Вина она не позволит соединяться с Богом, слышать Бога. Потому что вина это обвиняет только дьявол. Бог никогда не обвиняет. Он только говорит, сын мой, дочь моя, оставь это. Сын мой, дочь моя, если тебе больно, если что-то там произошло в жизни, что ты можешь? Ты можешь всегда прийти к Христу. Место жертвы жертвенник на все века оставшиеся. Ты можешь искренне, вот что там склониться перед ним, что заставляет тебя испытывать вину, да искренне попросить прощения, Господь дорогой, но наполни духом твоим жизни. Ты знаешь мое сердце, ты знаешь, что там происходит в этом сердце, ты знаешь все эти мучения, обвинения. Но, ребята, мы можем себя долбить, до пришествия, задолбим. Эти болезни, немощи, они будут сопровождать нас, потому что мы нарушаем Слово Божие. Но Господь, это искренне. Очисти меня от этого рабства вины. Очисти. Дай мне откровение Твоей любви, потому что любовь Божья, она заменяет. Но что ты сделал? Мы несовершенны, все мы немало согрешаем. Где-то упал, где-то приткнулся. Не ну, не кори, не обвиняй себя, приди к Богу, исповедуй, надо с кем-то примирись, но не тащи эту вину по жизни, пусть люди тебя обвиняют сколько угодно, но Бог не обвиняет. Выкиньте эту ложь, потому что с этой ложью никогда ты не вкусишь полноты любви. Поймите, оно не может мешаться. Это как бы сладкая и горькая вода. Любовь – это сладость. Любовь – это прекрасно, но когда мы с этим живем, мы не сможем просто насытиться. Мы не сможем насытиться той любовью, которую Бог дал, той любовью, которую излил. Что там вас мучает, милые мои дорогие? Страх. Но то же самое. Ничего нового нет. Я понимаю, что многие любят эти страхи и тащат, и тащат их по жизни. Возгненавидьте любой страх. Не нужен он вам, потому что в любви нету страха. В Божьей любви нет страха, нету абсолютно. В Божьей любви нет страха. Ну, в романтической есть, кинет, оставит, любит, не любит, ромашка. Чу -чу -чу -чу. Тяжело. Но в Божьей любви нет страха. И когда, может быть, у тебя. Ну, я знаю, о чем говорю, сам страдал, вы что? Не один раз так сладостно издеваться над собой. Потом, правда, смеялся долго. Но. Вот страх пришел. Ну что вам делать? Ребят, ну работает просто. Какой-то страх в жизни. Любой, любой страх, любой, связанный с болезнью, связанный с финансами, связанный с ближним, связанный, не знаю, вот все, что тебя мучает, беспокоит. Ну, что делать? Вот крест Голгофы. это жертва, это жертва любви. Но опять же приходишь, Господи, искренне. Господь дорогой, Очисти меня, очисти от этого страха. Ну что вместо страха замена должна быть? Излей любовь в мои чувства, излей любовь, которой так недостает, чтобы этот страх ушел, чтобы он вообще не жил, не миновался. Наполни твоей жизнью, наполни твоей любовью. Да, милые мои дорогие, если вы вот так искренне делать, да Бог сделает всегда. Бог сделает. И потом приходит трезвость ума а зачем он мне? Зачем мне страх? Зачем мне страшиться? Зачем мне бояться, если Бог мне это не дал? Если совершенная любовь, она просто изгоняет страх. Любовь нужна. Любовь нужна. Любая область, Господь наполни. Любая область, Господь, излей. Любая область страха наполни Твоей любовью. Наполни, Господь, я нуждаюсь в этот момент, в этой любви. Да и когда искренне ты просишь, искренне взываешь, неужели, думаете, Он не изольет ее? Неужели Он не сделает то, что Он обещал в Своем Святом Слове? То же самое, я понимаю, все эти также горечи, обиды. Ну, как без них? Это жизнь такая. Это жизнь такая, где мы через нее проходим. Я говорю, ой, милые мои, меня столько раз кидали, подставляли, на финансы злословили газеты, радио, телевидение. Вот стою себе спокойно. Еще и люблю. И искренне вам желаю этой любви. Потому что любовь выше всего. Выше всего. Мне, ну как бы, может вам поможет. Сейчас по памяти не помню. Но примерно так, что если обезьяны научились говорить, не обращайте внимания на каждое их слово. Мне помогает. Вот и вам советую. Просто живите в любви. Просто поймите, этого полным-полно. Когда, вот я вам скажу, если ты не исцелен, если ты не любишь себя, понимаешь, ты будешь о других слышать негативное, у тебя будет желание слышать, потому что так самому легче жить. Но когда ты живешь любовью, оно тебе так противно все это, так противно. Я никогда не люблю там, где-то езжу пастора, когда кем то собираются. А ты слышал, и ты знаешь, мне вообще это не интересует. Вот меня сейчас интересует, чтобы каждый здесь, сидящий, смотрящий, принял Божью любовь. Мне это больше всего интересует. Мне больше всего действительно это желание, чтобы вы вкусили то, что Бог дал. Это желание, чтобы вы вкусили то, что Бог даровал. Еще раз говорю, тело оно чувствует любовь, душа она всегда чувствует любовь, дух всегда чувствует любовь, когда она изливается в наши сердца. Не теряйте ее только. Не теряйте то, что Бог дает. Не теряйте то, что Бог изливает. Я понимаю, что, но. Многие из вас пришли вследствие того, что мы не знали, что есть любовь, вследствие того, что мы не жили этой любовью. Поймите, мы можем идти по этой жизни, терпеть лишения, мучения, мы можем страдать физически, болезни, немощи. Это результаты всех этих страхов, вины, блуда, непрощений. Оно все наполняет нас. Но мы приходим к Господу. Мы приходим к Господу, который является источником жизни. Мы приходим к Господу, который является источником всех благ. Любовь – это сущность Бога. Вот если что-то сегодня у вас где-то болит, вам нужно, чтобы на это место особенно излилась любовь Божья особенное как бы помазание любви Божьей, особенное присутствие любви Божьей, милые мои, но только я говорю, простить себя, вина, стыд, страх, боли все эти, горечи, выкиньте из своего сердца, потому что они не позволяют этой любви течь. Они просто наши сердца делают жестоковыми. Мы не слышим, мы не принимаем то, что Бог приготовил для нас во всей во всей полноте. Все делает это Божья любовь. Потому что часто, когда Иисус находился в народе Израиля, народ был ожесточенный часто. И иногда вот он смотрел на них, он являл просто милость. Милость – это то, что мы порой не заслуживаем. Но милость, оно как прощение, как пощада для нас. Или там слова и сжалился Господь, сжалился. Вот просто э, ко мне же часто многие люди приходят, мне, ну да, сердце уже Бог сделал таким, мне порой так жалко людей. Я могу вот просто сидеть, плакать, может, мужикам этим многие вообще непонятно. Погнал. А я могу. Я могу, потому что мне жалко людей. Я бы давно свалил из этой страны. Мне просто жалко многих людей. Я думаю, Господи, вот то, что Ты мне дал, то, что Ты мне дал, я ж не хочу удерживать внутри себя ту любовь, которую Ты излил, то помазание, которое дал. Я хочу помочь людям. Вот просто мне жалко многих опущенных, разбитых, униженных, отверженных. Этот малый кусочек, как бы частичка, Божьей любви. Отчасти то, что я принял. Отчасти то, что Бог даровал. Из просто невероятного большого клади за этой любви. О, если бы мы внимали Его заповедям, наш мир бы был как река. Если бы мы принимали то, что Он дал. Поймите, милые мои дорогие, когда однажды однажды ты вот выйдешь на какой-то уровень, где любовь, она просто начинает торжествовать в твоем сердце, ты не хочешь терять ее. Ты не хочешь отпускать эту ту любовь, которую он дал. Ты не хочешь ее растрачивать уже на всякие споры, распри, ссоры. Не хочешь ее терять, потому что ты знаешь, Бог с тобою, Бог за тебя, как отец веры Авраам, своим племянником Лотом, если тебе направо, я налево пойду. Если тебе налево, я направо пойду, потому что Бог со мною. Он будет защищать, Он будет благословлять. А мы порой, не знаю, там за какие-то гроши готовы друг друга прибить. Из-за ненависти. И в семьях, и в церквях. Потому что мы не знаем любви Божией мы не знаем, что есть. Я просто очень бы желал, милые мои дорогие, чтобы вы не просто были вот забывчивые слушатели, но если где-то вы потеряли эту любовь, идя по этой жизни, в своей церкви, с кем-то вы уже не общаетесь, в своих семьях. Печально, конечно, когда отцы, дети, все трещит по швам. Это очень печальная история. Ну, просто просить, Господи, ну, это жестокое сердце, гордое, эгоистичное, растопи его. Милые мои дорогие, отцы, матери, не ждите, чтобы к вам дети побежали. Это только эгоисты делают. Отец Небесный простер любовь к нам. Грешникам. И я много раз думал, Господи, Ты возлюбил меня, когда я был грешник. За что? Почему? Вот ну, тайна для меня. Да потому что эта тайна заключена в слове любовь. Так любовь действует. Да, Он не любит мой грех. Не любит твой грех. Но Он любит тебя, как человека. Мы порой мешаем с грехом. Из-за этого нам трудно любить. Это немножко разделять надо. Не знаю там, что у кого из вас есть, миленькие мои дорогие. Не теряйте время напрасно. Не ожесточайте свои сердца. Кого простить? Помоги, Господь, простить. Не обвиняйте себя, вы не вернете прошлого. Лучше принять. Боже, излей твою любовь, чтобы она удалила вину. Любовь – это прежде всего чувство. Любой словарь вам скажет. Чувство прежде всего и злей, Господь, наполни. И мы должны возрастать в любви всяком чувстве. Мы не должны возрастать с чувством вины, стыда, обиды, горечи, а должны возрастать в мире Божьем, в любви Божьей, в радости Божьей. Это то, что вот Бог нам дал, чтобы оно действительно наполняло, изменяло, чтобы мы могли слышать своего Господа, слышать того, кто призвал, слышит того, как вот Господь говорит, все стою у двери и стучу. Вот кто откроет эту дверь сердца, я приду и буду вечерить. То есть общение любви. Но мы можем затворять, мы можем не пускать, нам так больно, Господи. Нам так трудно, Господи, дословно Он не знает, но Он просто ждет, когда мы отпустим. Когда мы всю эту дурь своего сердца начнем выкидывать. позволить ему, чтобы действительно, Боже, приди своим исцелением. Боже, приди своей любовью. Вот эти наши чувства исцелить, восстановить, милые мои дорогие. Но вот то, что я говорил, и говорю, когда вы молодые, многие не понимаете порой, о чем я говорю. Вот когда я смотрю на людей, ну, уже возраста пожилого, ну, обычно как сдавленные, забитые, ребятки мои дорогие, девочки, мальчики, это у вас стыд, вина, обиды, горечи, отверженность вылезли. Ваша гордость и упорство против Бога вылезла, и она сдавила в итоге вас. Но пока вы среди живых, есть надежда. Это отпустить. Может быть, же забыли, откуда пришло, как оно вошло. Но Господь дорогой, помоги мне избавиться от всего этого. Помоги. Потому что душа в крови человека. И когда в нашей душе все это есть, оно просто нас Сдавливает, передавливает наш организм, не работает так, как должно. Но Бог говорит, что если мы сывать начинаем, если есть ангел-наставник, придет, чтобы уврачевать, чтобы восстановить нашу иммунную систему, потому что Он прощает все беззакония наши. Запомните это, исцеляет все недуги наши. Это Бог делает когда мы открываемся. Это Бог делает, когда мы действительно искренне желаем, чтобы эта любовь Божья потекла-то, наконец, через нас. Чтобы мы оставили все свои эти боли, раны, все свои причуды, отпустили тех, кого мы мучаем своими мыслями, словами, чувствованиями неверными, чтобы действительно, Господи, наполни. Наполни. Первое то, что я говорю, Милые мои дорогие, все эти болезни, это вот в чувствованиях. То, что накопилось, оно просто работает, ломает организм наш, сокрушает нашу иммунную систему. Это все рушится внутри нас, потому что мы позволяем этим чувствованием переполнять нас, не Божьим. И это только любовь должна вот прийти, наше сердце, чтобы действительно менять, чтобы ломать то, что там насеяно, может быть, годами. Но я знаю одно то, что Бог любит всех нас. И мы для Него дороги, невзирая на наш возраст, невзирая на то, что было за плечами нашими. Он долготерпелив. Он прощает все беззакония. Кто много согрешил, он говорит, тому много проще. Кто много грешил в этой жизни, у него много-много прощения, чтобы излить в твое сердце эту любовь, чтобы действительно ты понял, мы-то рождены на этой земле Богом любви, и цель его, чтобы мы соединились с Ним. Очень трудно соединиться с Богом, если вина стыд, ненависть переполняет сердце. Очень трудно соединиться с Богом, если обиды, непрощения живут в твоем сердце. Это просто невозможно. Невозможно но возможно позволить Богу, чтобы Он пришел и начал исцелять. Возможно для Господа, чтобы Он пришел и начал действительно касаться тебя от макушки головы твоей, вот эти составы, мозги, чтобы это Слово Божие потекло, потекло по твоему храму, и восстанавливая там твою душу со всеми ранами, болями, восстанавливая твое тело, Бог обещал что Он сам будет исцелять дух и душу и тело, соделает беспятная порока, когда мы позволяем Ему, когда мы позволяем Богу любви течь через нас. Вот что мешает? Что мешает? Ну, у каждого, милые мои, стыд, стыд, вина, вина. Да Бог знает все. Да не думайте вы, что люди думают о вас. Сегодня будут хлопать, завтра распнут. Но Бог не таков. Бог не таков, а Он тот, кто прощает, Он тот, кто милует, Он тот, кто исцеляет, Он тот, кто наполняет любовью каждое сердце, которое ищет Его. Состояние всех разное очень. Кого-то эти душевные боли мучают, кого-то телесные мучают. Поймите, это выбор. Кого-то это ваша плоть, вознеможение приводит из-за грехов. Это выбор выбор каждого из нас. Но что бы я хотел? Вот очень важно, что Бог, Он любовь. Все, поймите. Наша задача открыть свое сердце. Наша задача искренне сказать, вот что там препятствует. Что стоит препятствием между тобой и Господом. Что стоит препятствием, чтобы Он начал изливать. Чтобы вот эта Его любовь, она стала проникать в тебя. Бог есть Слово, Бог есть Любовь, до разделения Духа, Души, составов, мозгов. Нету тварей сокровенной от Него. Мы просто сами иногда защиту ставим и не позволяем Богу делать то, что Он приготовил. Нам кажется, что это будет неправильно, нам кажется, что это будет несправедливо, нам кажется, что это не так, как нам кажется, и мы не позволяем Богу делать то, что Он приготовил. Мы не позволяем Богу все это зло в нашей жизни обращать во благо, потому что мы не позволяем любви течь. Не позволяем. Нам трудно порой сказать ближнему «я люблю тебя», с чего начинается жизнь, да? А потом станем любить не только словом, но делом и истиной. Служить друг другу, помогать друг другу, благословлять, чтобы это все было от чистого сердца.